Здравствуй, самый лучший на свете стадион моей мечты. Одержимость, путь к победе, спорта нет без красоты. Жажда счастья, жажда рекорда и борьбы, прекрасный миг. Мастера большого спорта учат рыцарству других. Я не знаю, что вам говорить. Через 3 минуты самая жестокая схватка за всю нашу профессиональную жизнь. Сегодня решится все. Или мы снова команда, или ломаемся. Отдаем момент за моментом, и тогда конец. Мы в аду, джентльмены. Поверьте, мы можем смириться с этим, и пусть тогда нас все вытирают ноги. Или же мы дадим бой и вырвемся, сражаясь и борясь. Я не могу это сделать за вас. Я старый. Я вижу ваши молодые лица и думаю, что сам я сделал в жизни все глупости, какие только было можно. С годами человек очень многое теряет, но это жизнь. И ты понимаешь это, когда теряешь. Ты понимаешь, что жизнь — это такая игра, где важен каждый дюйм. И в футболе также. Потому что в играх, и в жизни, и в футболе цена ошибки слишком велика. Ты сделал шаг чуть раньше или чуть позже, и у тебя не вышло. Поспешил или опоздал на полсекунды и остался ни с чем. Эти дюймы нужны нам всегда. Это точно. Они в каждом игровом моменте, в любой минуте и секунде. И наша команда будет драться за них. Она будет драться за каждый дюйм. Мы не пожалеем ни себя, ни других в этой игре. Мы вцепимся в этот дюйм зубами. Вцепимся. Потому что мы знаем, сумма этих дюймов и есть разница между победой и поражением. Да, победа! Между жизнью и смертью. В драке побеждает тот, кто готов отдать жизнь за этот дюйм. И я знаю, во мне еще есть жизнь, потому что я готов драться и умереть за этот дюйм. Потому что это и есть жизнь. 6 дюймов прямо перед тобой. Я не могу вас заставить. Вы лучше посмотрите на парня, который рядом. Посмотрите ему в глаза и увидите того, кто пройдет этот дюйм с вами. Кто пожертвует собой ради команды. Потому что знает, что каждый из вас, если нужно, сделает то же самое. Это и есть команда, господа. О, да. И мы либо победим всей командой, либо умрем поодиночке. Таков футбол. Вот и все. Ну? Вы сделали выбор? Дари врага!
Харьковского, конечно, обидное было поражение. Мы ехали только за победу сюда. То есть выводы какие были сделаны? Играть так же, в принципе. Мы в чем не уступили в прошлую игру и играли так же. В принципе, мы, я думаю, сильнее. По игре, я думаю, сильнее переиграли. Какая была сегодня установка? Все-таки Хим играл вторым, но мне показался. Играли вторым номером, естественно, на выезде. То есть Ульянов тоже очень хорошая команда организована. Естественно, мы играли от обороны, на контратаку, дали свои шансы и использовали. Не пропустили сразу. Гол, который вы забили сегодня, стал переломным. Вот расскажите этот момент, каким он вам показался. Вы отобрали мяч у защитника на правом фланге, а дальше? Я думаю, я раньше должен был сначала забивать, когда там вышел 1-1, потом отмазался. Но у нас, как говорят в команде, отмазался. Лучше, то есть отмазался, забил удачно, то есть. По сравнению с кубковым матчем, Волга сегодня слабее сыграл, как считаете? Не, я считаю, что в принципе так же, как и на кубковом матче. То есть они хорошая команда. Много времени Хим все-таки уделил обороне. Разбирали после кубкового матча о том, кто как действует? Да, мы смотрели игру, просматривали практически всю игру. Обороне, да, уделили много времени обороне, сыграли на одном. Спасибо. Здравствуйте, снова мы вас видим на стадионе. Что скажете про сегодняшнюю игру? Я точно скажу, что нет было хорошей организованности у футболистов. И потом, как говорится, они опешили после того первого забитого мяча. У них уже, как говорится, стала неприятность какая-то. И поэтому они поникли. Сегодняшнего матча не было, да? Да, сегодня матча-то не было. Я вообще просто... нулевая игра. Нулевая игра, да. Ладно, спасибо вам. Ну ладно. До свидания. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?